старая видеокамера от GVC GRSX140 Супер VHS. Долго искал кнопку включения. Нашел вот здесь вот. Я подсоединил адаптер. Вот этим поворотом. Допустим, в положении А. Камера включается в режим съемки. Есть еще режим play. А при этом можно просматривать видеокассеты. Отсек кассет открывается. Вот так. Работает. Принципиальное отличие таких камер с магнитной пленкой в качестве изображения. Цифровая техника, она еще до сих пор не дошла до уровня качества, которые снимали вот эти камеры. Но против этого выступает как раз вот наличие вот этой вот кассеты, которая проблематичным является просмотр снятого материала. У цифровых же камер снял и посмотрел тут же. Через компьютер или на том же фотоаппарате, на цифровой видеокамере. Включен в состояние, вот здесь вот горит индикатор красного цвета. Если выключить, поставить положение off. Загорается индикатор зеленый, свидетельствующий о том, что батарея заряжается. Если аккумулятор вытащить, индикатор тухнет. Аккумулятор такой 1100 миллиампер, довольно таки надолго хватает. После включения здесь вот есть режим демонстрации. Фотоаппарат плохо настраивается. Камера выставляет техническую информацию. Одна из них вот уровень зарядки батареи. Нет, ничего не видно. Вот. Кстати, это вот видоискатель имеет возможность настройки по диоптриям вращения вот этого кольца. Эта резинка легко снимается. Оптическое приближение 16. Цифровое здесь указано 700. Вообще, конечно, нормально. Зачем они так делают? Все равно все в квадратиках будет. До 70 вот комбинаций режимов. И подозреваю, есть дистанционный пульт управления. Честно говоря, вот камера не моя. Мне ее дали без пульта. Где-то, наверное, она валяется. Это инфракрасный приемник.
с этой стороны вот прячется вход, звук видео, тюльпаны так называемые. И еще один вход. Это питание. Заглушка все закрывается. Довольно-таки удобно держать в руке. Органы управления. Все удобно под пальцами. Здесь большой палец. Вот включение. Запись. Остановка записи. Здесь приближение, удаление. Еще вот некоторые функции. Честно говоря, я уж позабыл, какие у них функции у этих старых камер.